В Тобольске развивают раздельный сбор мусора. К экодвижению «Мы несем добро» уже присоединились сотрудники, воспитанники и родители детского сада номер 30 и еще 4 школ. Активисты сдают вторсырье местным предпринимателям, которые его перерабатывают и отправляют на заводы для дальнейшего производства новой продукции. Спросом пользуется стекло, пластик, а также упаковка от оргтехники из пенопласта. Ее превращают в порошок, который охотно берут производители пеноблоков. Мы ничего не выкидываем, все бумажки дома собираем, все есть пластик, все бутылки, вот крышечки. Дети же все равно приучаются к труду какому-то, к бережному отношению к природе у них, к окружающей среде. Мы стараемся сырье взять сразу же из рук потребителя конечного, то есть чтобы оно не попало в так называемый контейнер, где оно перемешается с органикой, еще с какими-то другими веществами. И потом оно трудно на переработке, и мало кто принимает. Стекло и пластик в Тобольске также можно сдать и у крупных торговых центров. По субботам там работают мобильные пункты по сбору сортированного вторсырья.